So nice to see you. My wife. Осмотреть Казанскую ТЭЦ американский гость решил вместе с супругой. И, ознакомившись с теорией по плакатам, быстро перешел к оценке практики. Целый блок станции сегодня занимает газотурбина и установка производства американской компании, запущенная в прошлом году. Для сравнения, 6 обычных паровых установок, даже вместе взятые, не сравнятся с новой турбиной. Установка такого класса в России пока единственная. Здесь самая высокая температура в камерах сгорания, а значит самый высокий КПД. Кстати, во Франции электростанция с подобным газотурбинным оборудованием уже попала в книгу рекордов Гиннесса за свою эффективность. Мощности ТЭЦ теперь вдвое больше. Отсюда экономия топлива. Кстати, плюс не только для предприятия, но и для каждого жителя Казани. Это влияет в первую очередь на стоимость теплоэнергии, электроэнергии, на горячее снабжение. То есть мы способны по гораздо более низким тарифам отдавать очень большой объем тепла на город Казань. В разработку турбин нового класса американская компания General Electric вложила 2 миллиарда долларов. Уже 100 лет они работают с Россией, но именно с Татарстаном 4 года назад заключили договор на ввод новейшего оборудования. Вам нужен пример успеха, и это энергопредприятие Таифа – превосходный пример успеха. Идеальный пример того, как американские технологии и оборудование работают на татарстанском объекте. И ничто иное, как послание Соединенным Штатам, что дорога предпринимателям открыта, и здесь можно преуспеть, причем в серьезных масштабах, ведь мы осмотрели огромное предприятие. Открыты для торговли, открыты для инвестиций. Так охарактеризовал Татарстан американский посол. Сегодня Соединенные Штаты уже в пятерке самых крупных партнеров республики. Лена Анатольевна, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.